За что задержаны? За денег, за воровство. Ну расскажите, как это произошло, что вы совершили? А? Расскажите, что совершили? Кажется, я денег украл, я не помню ничего. Откуда украли? С машины. А где машина располагалась? Не знаю. В Адонске. А как вы в нее проникли? А? Как проникли в автомашину? Пошел две раза. Машина стояла сутки около дома, я к ней подходила, когда спустилась к машине, увидела, что задняя дверь открыта, из машины пропали ценные вещи, зарядка для телефона, денежные средства. И сразу обратились в полицию? Сразу обратилась в полицию.